Ну, я хочу сказать, что вот это Сергей Рыжов, саратовский активист, оппозиционер, который в начале ноября был арестован. Как он говорит, в его квартире ворвались сотрудники ФСБ, и после этого у него они нашли взрывчатку и коктейли, там какие-то зажигательные смеси, которых ранее в этой квартире, как он говорит, не было. То есть сейчас Сергей арестован и находится в тюрьме уже в Москве. Ему предъявлены обвинения в подготовке теракта, это очень серьезно. И я не верю, что у Сергея на самом деле что-то было из взрывчатых веществ. Думаю, это дело сфабриковано. Сергей активно проявлял свою гражданскую, политическую позицию. Часто выходил с плакатами, пикетами, был организатором коллективного пикета. И власти, вот я считаю, попытались устранить его таким образом из политической жизни. Но мы решили как бы не позволить ему этого все равно. И таким образом вот Сергей Рыжов все равно с нами. Ну, пожалуй, все.